14 декабря этого года исполнилось 107 лет со дня рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. Какие мероприятия состоялись в этот день в Славянске на Кубани, смотрите далее. Василий Маргелов, командующий воздушно-десантными войсками, герой Советского Союза, является автором и инициатором создания технических средств ВДВ и методов применения частей и соединений воздушно-десантных войск. Среди людей, имеющих отношение к этим войскам, считается десантником номер один. Василий Филиппович придал новый облик одному из самых молодых родов войск. Они стали более мобильными, были оснащены современными техникой и вооружением. Василий Филиппович Маргелов на всероссийском интернет-голосовании был избран в аллею российской славы и занял свое почетное место в разделе героев Великой Отечественной войны. В честь дня рождения Василия Маргелова в школе номер 5 Славянска на Кубани состоялась торжественная встреча ветеранов 7-й десантно-штурмовой дивизии с учащимися школы. За свою жизнь ему пришлось многое пережить, вы посмотрели. Он начинал с Финской войны, Великую Отечественную войну и как он поднимал воздушно-десантные войска до того уровня, который в настоящий момент есть. Это войска быстрого реагирования стали, подготовленный личный состав, техника, все, что новая техника у нас, наши изобретатели делают, идет воздушно-десантные войска. После встречи с учениками гости из Новороссийска и славянские ветераны-десантники возложили цветы к памятнику Василия Маргелова.